друзья, всем привет. Вышел я на очередную попытку поймать жереха. Гляди, что-нибудь и клюнет. А если что-то клюнет, то фильм состоится, и вы это увидите. Так что сегодня камеру не буду гонять постоянно. Включусь только, когда будет поклевка. Но, в принципе, если вы это уже видите и слышите, то рыбалка сегодня уже какая-то состоялась. Иначе бы фильм не вышел. Так что будем ждать поклевку. Что-то у меня такое клюнуло. Я бы не сказал, что это жерех. Непонятное. Нет, жерех все-таки. Блин, и опять, как всегда, неожиданно. Как всегда, неожиданно. А он придет, когда его совсем не ждешь. Хороший, хороший. Ну, совсем дикий удар такой был, что мама не горюй. Вот зараза, выскочил опять. Ну, не прошло и часа, не прошло и часа. Поклевки всегда такие неожиданные. Вот такой красавчик. Тут 2,5 килограмма, наверное, будет хороший. И поклевочка была шикарная, шикарная была поклевочка. Ну что, будем немножко покидать еще. Еще немножко покидаем. Что-то как-то не хочет здесь. Поеду я, наверное, на другое место, на ту сторону. И посмотрю, что там будет. Так что оставайтесь со мной. А я на другую сторону. Перебрался я на другую сторону. Тут встретил своего подельника Александра. Он тоже хочет, наверное, жереха поймать. Да, Александр? Воздухом подышать. А, воздухом подышать. Ну ладно, я тогда буду ловить жерехов, а ты дыши воздухом. А я дышать воздухом. Саня поменял воблер. Говорит, сейчас будет на него клевать. И точно со второго заброса. А чё он у тебя так далеко? А? Какой-то он маленький. Ну да, плавника не видать, он где-то боком. Да-да-да-да-да. Так ты подходи. Сам, если рыба к тебе не идет, сам-то подойди. Нет, о, сачок ты, Саня, сачок. Давай, давай уже выкручивай. Старайся, а нет, не боком. Не боком. Ну что дальше, Соник, с почином? С почином, твой первый. Первое. Твой первый сезонный, он точно в рот. С почином.
Первый. Первый. В этом году. Смотри, сработал твой воблер. А я тебе что сказал. Так, и у меня поклевочка. И у меня поклевочка. Хороший, хороший. Выходить не хочет. Ну, конечно. О, а вот у меня за шеворот. Хороший, да? Ой, блин, он за шиворот. С первого раза надо... Стоп. С первого раза надо брать, Саня. Но я вижу. Или замотался. Ну как я отойду, если он идет куда он хочет? Блин, заржи. Да посмотри, что вытворяет. Не могу подтащить его и все. Блин, как только берег почувствует, красавело, это хороший был. Фу, вот такой красавчик, ну килограмма 4, наверное. Не трофейный мой, но хороший. Все, друзья, крайний заброс. Сейчас сделаю. Хватит на сегодня. Сезон по жереху открыт. Так что всем ни хвоста, ни чешуи. И до новых встреч на воде.